Вітаю вас у студії телеканалу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Війна, біль, тривога, втрати, те, що неможливо пережити, стає реальністю. І сьогодні ми поговоримо про те, як же відновити сили і взагалі як триматись. І допоможе нам розібратися з цим питанням. І сподіваємось на практичні поради психолога Олександра Казаріна. Дуже раді вас бачити, пане Олександре. Добрий день. Здрасте. З приводу того, що зараз переживають українці, мешканці абсолютно усіх міст, селищ, невеличких містечок, це взагалі таке жахіття, яке ніхто не міг уявити. Ось зараз всі кажуть, треба триматись, тримати рівновагу психіку, так? Але як це зробити? І чи завжди ми розуміємо, про що йдеться, коли доносяться з усіх усюд поради про те, що треба триматись? Ну, ти знаєш, от вся проблема в тому, що ти говориш, що очень много информации, очень много. Ее и до войны было много, а сейчас просто со всех сторон, и причем информация настолько разная. А если люди еще смотрят не только украинские каналы, еще какие-то другие, то мозги вообще закипают. Поэтому, ну, наверное, чтобы со всем этим справиться, ну, один из способов это все-таки снизить этот уровень информации, который мы получаем. Я понимаю, что это очень сложно. Потому что первое, что делает каждый, который просыпается утром, не идет чистить зубы, а включает телефон там, или компьютер и смотрит, как там, что там произошло. Поэтому, ну как тут нужно самого себя организовать в этом отношении? Потому что резервы нашей психики не бесконечны, ну, к сожалению. И нам и в мирное время нужно было бы этим заняться, а вот в такое время нужно, это просто... Ну, такая вот должна быть психологическая гигиена, что ли. Це вже необхідність, так? І да. Треба для того, щоб тримати свою психіку, взагалі вийти з усього цього. Сподіваємось всі на те, що буде мирне життя, і ми повернемось до нього, звичайно. Безусловно. Всі віримо кожного дня. Да. То ми повинні бути здоровими, психічно, в першу чергу. Тому для цього нам потрібно це, і це вже як необхідність. Тут ви кажете, себе просто заставляти. Заставляти, ну... Справді всі ж зараз хвилюються, в когось рідні, близькі, що там сталося, вибухи, хто живий. І взагалі вся ця інформація, вона нам зараз необхідна, але разом з тим триматися. Чи можливо взагалі підготуватися до найстрашнішого? Ну, думаю, так. Да. Думаю, що якби краще взагалі до цього бути готовим. Знаєш, є ось така от фішка психологічна. Сразу представити от саме страшне, що може відбутися. Да? Если ты как бы будешь настроен к этому, то это психику как бы успокаивает. Я расскажу просто пример такой. Я когда-то много лет назад прочитал одну статью про узников концлагеря. А называлась она «Об оптимистах и пессимистах». И первый вопрос, который в этой статье был, как вы думаете, кто в концлагере, ну, это в фашистских концлагерях, кто выжил в процентном отношении, оптимисты или пессимисты? Вот как ты думаешь? Ну, если, выходя из того, про что вы хотите рассказать, мабуть, пессимисты, да. Потому что они да. готовились до найгіршого. Совершенно верно. Потому что оптимисты, они думали, что все будет хорошо, завтра наши придут, освободят, будет все классно, и ничего не делали, просто надеялись на это. А вот пессимисты, они готовились, там сухари сушили, они готовились там побеги, они как-то здоровье свое организовывали, свой быт так, чтобы продержаться все это время. Поэтому я думаю, что и в нашем случае лучше все-таки не рассчитывать на то, что все будет классно, все замечательно, вот мы однажды проснемся, и вот уже нас кто-то спас. Я думаю, что как бы нужно отдавать себе отчет в этом, но не накручивать себя в том плане, что все плохо, все ужасно. Это, кстати, не пессимизм, когда человек говорит, все плохо, все ужасно. Это истерия больше называется. Да? А вот здоровый пессимизм в этом отношении, это, мне кажется, самая лучшая стратегия на сейчас. И еще одно такое, о том, что нам этот здоровый пессимизм никто не организует. У нас как бы... Нам организуют как? Мы, во-первых, живем в реальности, в военной. Во-вторых, ты сама говорила, информации просто огромное количество. И сама по себе информация, она нас не организует, она просто нас информирует. Вот, например, средства массовой информации, вот что такое?
Это средства массовой информации. Это средства, с помощью которых массы, то есть большое количество людей, информируют о чем-то. Вот мы сейчас сюда ехали, и выключилась сирена. Сирена – это средство массовой информации. То есть сирена... Засоб сповещения. Да. То есть так можно, мабуть, краще. Да, нам вот сообщают о том, что вот сейчас опасно. Ребята, идите в бомбоубежище, найдите там... Ну, хотя вот я смотрю, мы подъехали, ну, все так, ну, сирена. До речі, хотіла вас запитати, от дехто живе вже так в тих сховищах і взагалі, ну, тобто розуміють, що може бути небезпека, але вони ставляться до свого життя і здоров'я з більшою такою наполегливістю і стараються там бути більше часу, аніж навіть потрібно. Дехто навпаки ігнорує і не ходить. Тобто якийсь час походили, там це важко, це можливо холодно в когось там далеко їхати і так далі. Тобто люди залишаються в своїх приміщеннях, квартирах, десь знаходять собі те місце, де вони могли би бути, так, вони розраховують на те, що там, можливо, безпечніше. На ваш погляд, от, де краще і як краще себе захистити, і коли вже людина звикає до сирен, до чого це може призвести? До сирен, до того, що будуть обстріли, що вони вже йдуть, є. От в Києві теж дуже багато таких випадків, коли люди кажуть, ну ми звикли, ми живемо, ми так живемо, а що робити? Ми вже звикаємо. Ну, я думаю, что это серьезная проблема. Конкретно серьезная именно психологическая проблема, когда люди начинают привыкать к войне. Вот. Привыкать к сиренам. Там. А человек такое существо, что он может приспособиться к чему угодно. Ну, однозначно. Это и в мирное время. Люди вот болеют и привыкают к болезням. И потом вместо того, чтобы ну, как бы начать... как-то вести здоровый образ жизни, например, питание свое поменять. А ничего страшного, привыкает, что у него каждый день болит там желудок, либо спина, либо хромает он и тому подобное. Но это же проблема, так? Психологично. Конечно, да, однозначно, привыкание. Вот здесь вот самое важное, на мой взгляд, это мозги свои включать, потому что проблема в том, что в какой-то момент мы мозги выключаем. А выключаем, потому что в экстремальных ситуациях, с психологической точки зрения, чем экстремальная ситуация, тем мы ниже опускаемся вот, как бы на уровень защиты нашей психики. Поэтому сначала включается, естественно, уровень биовыживательный, просто спастись, там, какой-то территориальный. Вот. А уровень семантический, когда мы вот, способны адекватно воспринимать реальность, он не работает, как бы, потому что вся энергия уходит вот туда. По поводу того, что делать в этой ситуации, наверное, все-таки где-то посередине лежит ответ. Потому что, ну, есть ситуации, когда, ну, кто-то, я знаю, что есть такие, которые живут в подвале вот даже сейчас, вот и не выходят оттуда. Я не знаю, правильно это или нет, может быть, я такая совсем крайняя. Вот, есть другой вариант, когда люди... просто игнорируют и говорят, а ничего, будет, что будет. Или это например, тоже погано, да, так? Или, да, меня это не касается. Вот мне сестра моя, она работает в пенсионном фонде в Кривом Роге, она говорит, что пришла бабушка на прием, там, выяснить за пенсию, и тут включилась сирена. Она говорит, идемте там в это. Она говорит, можно я у вас тут посижу? Вот, пока вот там сирена говорит, как, вот, тут же сирена говорит, да, сколько там это? Ну, я думаю, что это не совсем правильно. Ну, и, наверное, как другая крайность, сидеть в подвале. Хотя, наверное, каждый выбирает сам уровень как бы, своей защиты. Я думаю, что ну, есть, наверное, какие-то ну, здравый смысл во всем. Потому что, ну, например, если до убежища далеко, и человек, добираясь в убежище, еще больше себя опасности подвергает, то может где-то устроить безопасное место поближе. Вот. Ну, никто же не знает, никто же не знает, куда, как то кажут, где станется. Никто не знает. Да. Чи там, чи тут, чи це пряме буде попадание, чи це, можливо, просто... Единственное, что нужно придумать все-таки, как себя обезопасить. Физически, ну и, конечно, психологически, потому что я так думаю, что большинство проблем существует не на уровне ну, как бы физической угрозы, а на уровне того, что у нас в голове творится.
Як ви думаєте, чи можна характеризувати зараз взагалі психічний стан як складний і надскладний у українців? Думаю, да, безусловно. Чи треба зараз вже щось робити, працювати над своїм станом? 100%. 100%, і чим швидше, чим ефективніше буде налажена та робота, тим шансів у нас і вижити, і далі жити, тому що вопрос в тому, що ми-то знаємо, це ж закінчиться все. І от якщо представити, к примеру, що от війна закінчилась, а у нас 40 мільйонів психічно больних людей. Ну і куди ми за всій цієї братії, що ж ми будемо робити? Угу. А що робити зараз для того, щоб справді хвороба не настала, ось так, як ви кажете? Ну, смотри, я думаю, що вопрос в тому, щоб все-таки почати включати мозги свої. Да? От, я вже говорив, що зараз включен такий емоціональний рівень. Всі на взводі. Все включены вот в такую вот эмоциональную составляющую того, что сейчас происходит. И когда вот с человеком, даже с нормальным человеком, начинаешь разговаривать, у него он тоже начинает говорить штампами какими-то, да, которые он откуда-то там из интернета поймал, и вот начинается, это присутствует везде. Вот. И чем больше будут, кроме эмоций, включены еще рациональные вещи, я думаю, от этого будет значительно больше пользы. Как это делать? Ну, чисто психологически, да, посмотрим, чем отличается человек, который был до войны, от человека, который сейчас переживает эту вот военную ситуацию. Особенно, я имею в виду, очень включенные люди. У них нарушен режим дня конкретно. Многие по ночам не спят. Это тоже кто-то из страха, кто-то из переживаний, кто-то ночью сидит в интернете и мониторит всю эту информацию. Сирены, плюс сирена, которая кто-то привыкает, а кто-то все равно продолжает на это реагировать. Кроме того, у всех еще и психика разная. Кто-то там на это все не обращает внимания со временем, а у кого-то это каждая сирена вызывает... Хвилювання, так? Да. Вот, поэтому нарушен режим. Нарушен режим питания по разным причинам. Нарушен распорядок дня. Дети в школу не ходят, как обычно. Люди на работу не ходят, как обычно. Некоторые, там даже не стирают так, как они стирали, не купаются так, как они купались. Причем я сейчас говорю и о тех людях, не только которые находятся в зоне боевых действий, а тех, которые находятся относительно в безопасности. У них тоже там смещается все это, потому что на все это влияет. Поэтому один из способов, как свою психику организовать и как немного там мозги себе вправить, это организовать свой день, чтобы он был похож на тот день, который был до войны. Если ты просыпаешься, то просыпайся, вставай. Если ты принимал душ по утрам, придумай, как это сделать. Вот. Обязательно чистить зубы. Тоже классно. Если ты делал зарядку по утрам, делай зарядку, даже если ты находишься даже где-то там, и в бомбоубежище это можно делать. Может, это звучит как-то так странно, но это то, что нас будет вытаскивать. Организовывает. Да. Так, и мы стаем тем же людьми, какие случайный способ жизни вели. То есть, понимаешь, это энергию от этой вот эмоциональной части оттягивает в сторону обычной, нормальной, мирной жизни, которая там будет. Нам же там жить, в этой реальности, которая дальше. И если мы потеряем, чем больше мы будет разрыв, чем больше мы потеряем связь с этой нашей мирной жизнью, тем больше у нас война внутри, и тем вероятнее она может продолжаться и снаружи.
Понимаєш, угу. в чому здесь штука? А взагалі кажуть, що різний тип психіки, і якщо, наприклад, одні люди поки що спокійні, то все одно через деякий час, там, можливо, за декілька місяців, до півроку, починають вилазити якісь негативні прояви. Чи треба всім готуватися до цього? А хтось, можливо, зараз вже починає сплески якісь робити психологічні, тобто, може, хтось покричить, хтось там буде плакати, хтось іще щось. От що краще? Юль, а готуються к этому... Оно, если оно придет, то оно придет. Называется посттравматический синдром. Это когда вот травма произошла, вот, и вроде как ничего не происходит, а потом, когда уже все закончилось, вот тогда вот и начинают развиваться. Я думаю, что, конечно же, даже те, которые сейчас держатся, ну, мы все этому подвержены. Вот. Пане Олександре, якщо дуже злякалися, ну це так вже наостанок, да. Хочеться все ж почути від вас рекомендації для тих людей, які справді розуміють, ви злякалися, да. Наприклад, ну угу. Щось сталося, вибух, чи можливо угу. Там втрата, чи ще щось. Які повинні бути ваші дії або дії для тих людей, які поруч, біля вас? Ну, завжди є люди різні рядышком. І якщо ми будемо шукати людей, які точно так же реагують, то тут получается как бы такой вот эффект, амплитуда увеличивается, резонанс получается угу. Такой. Поэтому однозначно стоит найти таких людей, создать с такими людьми отношения, которые будут не паниковать. Вот, допустим, я знаю, что я паникер, да? Угу. Вот, то не нужно мне к паникерам в компанию идти, потому что будет еще хуже. И им хуже, и мне будет хуже. Поэтому все-таки найти тех людей, которые могут хоть немножечко гасить этот вот приступ паники. Вот. И такие люди есть. Их, конечно, просто нужно найти. Вот. Это если речь идет об окружении. В каком окружении мне вот стоит находиться? Так, але якщо злякались ви, наприклад, да. І злякався хтось із ваших близьких, як людину заспокоїти? Чи є якісь методи, які працюють, практичні? Універсальних методів нет. Можна зайти в інтернет, там написано. Сядьте, сделайте там несколько глубоких вдохов. Для кого-то это срабатывает. Для кого-то это никак. Вот. Потом пытаться внутри держать себя, если хочется кричать, например, да, вот, ну, вырывается, а ты говоришь, нет, не кричи, это там испугает кого-то, то я думаю, что это тоже не метод. Если вырывается, нужно освободить эту энергию, никуда не деться. Хочется поплакать, и неважно, мужчина это, либо женщина, позволить себе проявление этих эмоций. То есть, ну, ты, как бы страх в чем... Ну, как эмоция, чем он опасен часто психологически, это когда мы страхи загоняем вовнутрь, а потом они начинают разрушать нашу психику оттуда изнутри. Поэтому пережить страх, это вот то, что нужно сделать. Тут позволить пережить. Угу. Пережить, но при этом не застрять в этом страхе, не сделать из этого... Ну, как бы, проблему всей жизни для себя и для окружающих. Ну, и наостанок, пане Олександре, все ж для усіх, для нас зараз це дуже важливо. Да. Розуміння ситуації. От ви вже на початку говорили про це, наостанок ще декілька порад. Для усіх, будь ласка. Знаєш, я знав, що ти задаш мені цей вопрос. Я продумав це. Когда-то в 2008 году это была не война, это просто был кризис, и тоже было плохо. И у меня тоже было плохо, скажем так. Я такой вот расстроенный, иду, прям на мне видно, что я такой вот расстроенный. И тут вот навстречу идет мне один мой друг там старинный, говорит, Саня, что с тобой такое? А я ему вот это вот, кредиты там и все. Вот. И он говорит, ты знаешь, времена бывали и хуже, и может быть хуже и будут. И самое главное... Тут есть старая еврейская мудрость. Говорит, во все вот критические эти моменты нужно первое – сохранить свое здоровье, сохранить свою семью и сохранить свой бизнес. Или бизнес вот в контексте того, что тебе может дать возможность как бы кормиться, зарабатывать, там, ну,
не бродяжничать, не бомжевать, а о том, что как ты можешь прокормить себя и свою семью. Поэтому я думаю, что вот сейчас вот для большинства из нас вот то, на чем стоит сфокусироваться, это вот на этих вот трех вещах. Если ты будешь больной, с разбитой психикой и с разбитым телом там, и всякими, то ну, как бы все это теряет смысл. Если ты потеряешь свою семью, вот, отношения в семье, вот, а сейчас люди как бы разъехались, многие вот, мужчины в одном месте, женщины с детьми в другом, важно поддерживать вот эти вот связи, отношения, причем такие вот отношения любви и заботы друг о друге, вот это важно. То есть останешься без семьи, смысл во всем теряется. Ну и подумать все-таки, даже вот в этой ситуации сложной, каким образом ты сможешь зарабатывать деньги, можешь каким-то образом там свой бизнес двигать. Потому что вот то, что говорят, вот я же смотрю, там наши городские власти говорят, все украинские, они говорят, работайте, люди, вот выходите, не делайте как бы проблему из дополнительную проблему из той проблемы, в которой мы находимся. Так. Потому что еще ж экономическая проблема. Звичайно, существует. Так. Это война, потім ще да. Спад экономики, звичайно. Поэтому вот найти способ, как бы все-таки вот обеспечить себя и свою семью. Вот эти вот три вещи, вот как вот на трех китах. Треба, вот щоб так все да. І тримати. Зараз дуже дякую вам, пане Олександре. Ну і мозги включать свої, как бы помнить, що емоції емоціями, ну включає мозги і тогда. Ну, треба турбуватись один про одного, це дуже важливо. Зараз, на сьогодні, і це як ніколи, зараз повинно працювати. Дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.